Статья очень жесткая, но правдивая по своему содержанию, поэтому я подозреваю, что ее практически везде удалят. Поэтому не забывайте о телеграм-канале. Это самый резервный альтернативный источник. Работайте, братья. Сергей Лебедев, Ник Лохматый на Восход Инфо за 16 апреля 2021 года. Все ссылки будут, как всегда, в инфобоксе под видео. Большое спасибо всем за терпение, а главное за понимание.